На сюжет о мизерной зарплате младшего медперсонала в Черногорском роддоме, который вышел накануне в программе «Нотабен», отреагировало Министерство здравоохранения Хакасии. Сегодня руководитель ведомства рано утром встретился с коллективом медучреждения, но предпочел сделать это без камер. Он признал, что зарплата со всеми надбавками у санитарок действительно не превышает минимального размера оплаты труда. Проблема наблюдается во всех лечебных учреждениях республики. Кроме того, в Хакасии 6 тысяч медицинских работников вовсе не получают дополнительные выплаты по государственным программам. Сейчас на республиканском уровне решают вопрос о выделении средств из бюджета для этой категории работников. Необходимо 248 миллионов. По итогам проверки министр рекомендовал руководству управления Горздрава Черногорского роддома все же выполнить ряд мероприятий и поднять зарплату младшему медперсоналу. На исполнение указаний он дал 2 месяца. Обещал приехать и проверить лично. Между тем, сегодня стало известно, что и санитарки детской городской больницы Черногорска готовы поддержать коллег из роддома в случае акции протеста.